Привет всем, с вами Апельсинчик ТВ. Сегодня я покажу, как же рисовать, например, персонажей, каких-нибудь там мультяшных персонажей или реальных. Ну, реальных я, конечно же, не смогу, если только арт срисовать с этим. Если вы хотите срисовать арт, то вы можете вот так вот сделать и так, и так. Ну, как хотите, короче. Ну, свой рисунок просто рисовать, а не просто тупо копировать. Ой, точнее, обводить. Это же просто тупо для маленьких. Что-то у меня подзависло немного. Пентусел, не лагай! Сейчас поставлю на паузу, если оно перестанет меня лагать. Итак, ребята, он у меня наконец-то отвис. Начинаем. Первое нам надо сделать вот это. Первое надо сделать вот это. Потом на 160, где она 30. Потом 160. А точнее 250. И так дальше, вот так вот. И дальше вот так вот как-то. И дальше у вас тут пойдут руки. Вы вот так вот можете вести. Тут у вас уже волосы пойдут. Хотите так вот сделать. Вот так вот вам надо сделать. Как хотите, это ваш манекен. Нет, какое дело. Делаем на 67%. Потом это все дело, ну, типа, вводим или что это такое. Короче, не важно. Короче, давай просто голову делаем. Потом у вас вот так вот руки идут. Глаза вы можете сделать сами, но я покажу, как их делать. И подбирать подходящий вкус и цвета глаз. Вы можете нарисовать платье, футболочку. Вот такое платье можете нарисовать. И так далее. Вы можете все что угодно. Если вам это мешает, то, конечно же, можете это убрать. Вас никто не заставляет это не убирать. Можете убрать, конечно же. Я, например, у меня какое-то безумие творится. Что я рисую? Ладно, это же просто... обучение ваше первое. Кто не знает, что такое Пентусел, ссылочка в описании на эту программу. Советую лучше скачать ее, а то у вас в этой программе будет все билиберда. Не будет там ни теней, ничего. Зачем я ее открыла? Сейчас. Итак, я ее закрыла. Наконец-то. Так. Если вам вот эти линии мешают, то можете их стереть, нажав на эту кнопочку. Или просто на ластик. Ластик у меня где-то там внизу. А, вот. У меня их два. Какого фига? А, ну ладно, это же наш. Блин, а чё? А, всё. Вы можете, конечно же, стереть всё это. Но легче не рисовать больше такую линию, а просто скопировать. Вот так вот у нас получается. Чтобы больше не мучиться, вы просто вот так вот обводите веревочкой аккуратненько и копируете. Да, поздравляю всех с Пасхой! Иисус Христос воскрес!
Ой, ничего страшного, мы сейчас эту волосок подправим. Этот. Зачем я его скопировала? Окей, вот так вот. Готово. Это будет девочка или мальчик, это ваше дело, кто у вас будет по полу. Если вы хотите себя нарисовать, то просто рисуйте себя мультяшным или реальным. Если хотите реально себя, то просто найдите свою картинку здесь и найдите свою картинку в файлах каких-нибудь. И просто введите вот в этой штукой. Штуки. Хотите длинные волосы, пожалуйста, как у мультика. Вот такие вот, например. Что вы хотите? Джинсы, юбку? Я хочу короткую юбку. А точнее шорты. Хотите глаза рисовать мультяшкой? Так, пожалуйста, рисуйте, только не такие уродливые, как обычно все рисуют, вот такие. Это же просто ужас! Ребят, вам надо срочно учиться, иначе вы так не научитесь. Я ваш учитель художества. Это что, у нас школа ИЗО? По-моему, да. Воскресенье, школа ИЗО. Приходите ко мне. Вы сколько хотите, приходите. Но не ночью, утром. Или вечером. Мне без разницы, вообще скоро 5 часов. Я знаю, через сколько минут будет 5 часов. Вы что думаете, я не знаю? Знаю, конечно, я же не глупая и не тупая. Брови можете какими хотите рисовать. Я знаю, где всякий вкус есть. Ой, извините, промахнулась. Носик. Так, носик уже не толстый будет, как кисточки. Вы можете улыбку какую угодно рисовать. Мне без разницы. Теперь берем волшебную палочку. Если вы, конечно же, не можете приглядеться, то просто нажмите на плюсик, и у вас все это приблизится. Я вот не вижу. Вы можете тут масштаб. А угол это переворачивать. Вот так. Берем цвет кожи вот такой. И разукрашиваем. Вы можете вот так вот сделать. Если вы хотите, чтобы у вас вот так все отображалось, мне легче так. Или как-нибудь там. Мне кажется, что у меня темная девочка получается, так что лучше так не делать. Ну, я знаю, что она у меня не темная, она у меня светлая кожа. А точнее у моей девочки. Которую я рисую. Смешиваем. Смешиваем. Готово! Теперь вы берете кофточку любого цвета, разукрашиваете. Я хочу лично голубым. И еще какой-то цвет добавлю. Плюс к тому. И плюс к тому, что вы можете нарисовать цветочки. Или если вам неудобно рисовать цветы, то вы рисуете вот так вот их. То вы просто можете найти в картинках... Можете набрать в Яндексе картинки, цветочки, без фона. И вы там найдете миллион картинок. И можете его скопировать без фона. И... Пара-па-па-па-па. Много у вас тут будет. Если вы хотите обычную кофту без рисунков, то, пожалуйста, рисуйте вот так вот. Я хочу немножечко добавить вот этого. Если вы хотите просто полоски, то можете или скопировать, или сами нарисовать. Или просто полоски смешать. Мне легче вот так вот сделать. Ну и полоски тоже, плюс там красивые.
шорты какого угодно цвета, то же самое. Люди, я же вас не заставляю одним и то же цветом рисовать, как у меня. Вы можете рисовать своего персонажа, я хочу вот такого, это просто образец, я вам показываю, как рисовать. Правильно или неправильно, если вы вдруг ошиблись вот с этим, то можете нажать сюда. И если вы подумали, правильно это, то значит обратно. У меня все правильно, мне так нравится. Вот. Вы можете сделать блик в любом месте, только главное, чтобы у вас было сочетание со вкусом этим бликом, а то бывают проблемы с этим бликом. Бывают. Что вы думали, не бывают? Вы можете так же, как и кофту, цвет волос смешать с каким-то там цветом. Это очень красиво, я тоже хочу так сделать. Я тоже так хочу сделать, так что давайте приступим к этому. А то уже видео затягиваем. Окей. А пока я буду рисовать, буду объяснять все бла-бла-бла-бла-бла, и да не считайте меня тараторкой. Просто, когда идет глагол что-то речь, то когда тараторит моя сестра там с игрушками, то я просто в ступоре, что рассказать. Если я уже все рассказала, в ступоре просто. Да, просто в ступоре. Но я сейчас не в ступоре, потому что некоторые в ступоре. Вот так. Глаза можете то же самое. Никто вам не запрещает. Почему я одно и то же слово повторяю? А действительно, почему? Не знаю. Такая привычка, что ли? Я тоже не знаю, и вы не знаете. Никто не знает вокруг. Так. Смешиваем глаза. Если у вас не очень-то и глаза, хотите поярче все сделать, причем очень няшно сделать, убираем это. Хотите сделать фон, пожалуйста, выбирайте фон. Я хочу вот такой фон. Мне он очень нравится. С бабочками прям такой. С одной бабочкой. Если он у вас маленький, то можете его сделать размером больше. Вот так. Если вам не нравится золотой цвет, то можете любой цвет его превратить. Я лично хочу вот в такой. Если у вас вот тут белых нету, то можете это стереть ластиком. Ой, на фоне. А не вот так вот. Так у вас получится белиберда. Хотите сделать поярче ваш персонаж, а не вашу. Ваш персонаж, то можете вот какие красивые глаза получать. Вот так. И называйте его по-любому. Хост, бла-бла-бла-бла. Можете даже цифрами. Я лично вот так вот хочу. Если у вас оно сохраняется, вы не можете выложить его в Инстаграм, ВК, Одноклассники и так далее. Всякие прочие вещи. То просто сфотографируйте с бандикама. Вот я сейчас сфотографировала всю программу, даже мой Windows. Ну что, всем спасибо за просмотр и за внимание. Я вас учу. Всем пока! С вами была Песенчик Тв.